Здравствуй. Да вот, я полденька тут ковырялся, клиночки за счет этого полностью изготовлены. И буду приступать к оправам, изготовлению оправ. А я тут что-то думал, думал и гадал. И подумал, наверное, все-таки будет лучше вот из этой красоты сделать. Да, пускай они будут подороже. Но бритовки будут совсем по-другому смотреться. Совершенно по-другому просто. Поэтому вот с вчерашнего дня я тут все размышлял по этому поводу. И порешал вот так сделать. Что теперь? Да, клинки готовы полностью, то есть по всем геометрии, по всей, но нет насечек. Чем я сейчас как раз и займусь. Сделаю насечки и уже приступлю к рисованию оправ для каждой бритвки отдельно. Да, кстати, пару слов, как всегда. Вальцы я нашел только самый дешевый вариант на Авито. Это 6000 плюс доставка 7000 в итоге. Думал взять, пошел к одному знакомому, который меня знает уже всю жизнь, который мне легко может дать в долг. Бывали случаи, я у него брал. Он знает, что я сразу же отдам моментально, то есть со мной не застрянет. Но его нет, он уехал в Питер и будет в конце только самого мая. Поэтому и тут у меня ничего не получилось, но я успокоился. Успокоился в том смысле, что вот представил, купил я вальцы, накатал проволоки, сделал сечку. И невольно возникает вопрос, для кого? Сам для себя. Правильно? Ответ такой. То есть, если я сделаю сечку, это не значит, что кому-то эти бритвы будут нужны. Вот в чем дело. То есть, я не вижу себя нужным и свои изделия нужными. Вот в чем причина. И тут у меня уже непонимание происходит, для чего мне вообще эти вальцы и для чего вся эта сечка. Хотя желание делать ее есть. Вот. Кстати, вот к разговору. Вот минут 30 назад звонили, предлагали сделать бренд «Русская бритва». Предложили его зафиксировать так, чтобы больше никто не смог подделать, никто не смог что-то там использовать это имя, где-то там еще. Ну, я отказался, естественно. Во-первых, там нужны деньги, которых, естественно, нет. Во-вторых, думаю, говорю, зачем мне это все нужно? Мой товар не нужен. Какой бренд? Кто-то подделает, да пускай подделают. Как говорится, пусть попробуют. У меня каждая бритва всегда разная. За мной угнаться. Это если я штамповал бы и их начали подделывать, тогда да, вопрос такой, может быть, и возник бы. Во-вторых, ну подделали, молодцы. Значит, руки из того места. Я не расстроюсь. Вы потом ее продайте, подделанную. Если сумеете вообще повторить. Начиная от самой стали и заканчивая готовым изделием. Поэтому я отказался от брендования имени «Русская бритва». Хотя не обещали еще перезвонить и так далее, и так далее. Ну, понятно. Ну, все. Делаю насечку, короче говоря. А то опять я в лирику ударился. И рисую оправы, начинаю изготавливать. Хоть что-то сегодня успею. Я знаю, что если не успею полностью изготовить оправы, но я хоть что-то да сделаю. И надеюсь уже показать вам, успею вторым видео приклеить к этому. Все, иду работать, перекур закончен. Насечка на месте. Это на тонком. Так, где там еще? Узкое, в смысле, узкое. И тонкое одновременно, у нее тонкое по бушку. На узком и толстом. Насечка на месте. Широкие клиночки. Насечку выглаживать придумал как, чтобы ступешек не было. Очень неплохо получается, очень даже. Даже как полированная насечка выходит. На ходу все приходится придумывать.
Чуть я тут измазался так сильно. Вот. Дальше оправы. Опять решил сделать прямоугольники. Что-то мне не понравились. Я бывает так где-то подсаживаюсь на какую-то форму. Но это временно. Мне быстро все надоедает, поэтому я придумаю что-нибудь еще. Это вот узкое, в смысле, на узкие лезвия. Сейчас покажу наглядно. А, они не зачищены отверстия. Ну ладно, сейчас буду так показывать. Вот такие, в общем, моменты. И на широком будет смотреться как-то вот примерно так. Ну, на шаблоне это одно, на готовой оправе это совсем другое. Поэтому... Поэтому я не могу обещать, что прям вот как оно есть, так оно... Ну, так оно и есть, конечно, так оно и будет, но... Выглядеть будет совершенно по-другому. Все, начинаю заготавливать по древесине. То есть по форме сейчас буду выделываться. Вот все. Оправки в грубо такой форме изготовлены. Больше я сегодня ничего не успеваю. Вот такие красавицы. Это они еще не полированные, они просто грубо ободраны. А с полировочкой, здесь будет такое гладкое все. Чуть-чуть белое будет, конечно, чуть-чуть темнее, а черное будет прям совсем черным. Я думаю, вообще та еще красота будет. Я считаю, что будет здорово. В общем, так. Как я тут не хотел бы экономить, чтобы убраться в бюджет, не стал это делать. Стал делать двойной клин у оправ. Пусть они будут дороже. Зато бритвки будут прямо айсовые. Да, еще я не сказал, что на бюджетных бритвах я не поставил и не собираюсь более ставить клеймо свое. Потому как... Как вам объяснить-то? То есть клеймо хочется ставить на том, за что гордость я смогу какую-то, хоть какую-то испытать. Тут, да, все правильно, все здорово, все работоспособно, но клеймо на таких ставить нет желания. Максимум, может быть, если что, только это бурмашины. Напишу, что это ШХ-15 сталь. Слово кованый, наверное, тоже не надо. Кому интересно, те в курсе. Ну, как бы вот так на сегодня. Что мне осталось? Осталась мелкая шлифовка. Перехода 3 всего. Полировка. 4-й переход. И все. В принципе, начну подгонять клинышки там под сборку, все как-то так вот. Рассчитываю, что это все если гладко пойдет, как сейчас вот идет, как вчера шло, то бритовки уже на следующий заход, то есть следующий этап, должны быть собраны и, надеюсь, даже заточены. Так что на сайте они появятся скоро. Я считаю, так уже в наличии. Хотел также потренироваться, тут вот какие-то рисунки опять сделать, но не знаю. Пока руки пускаются на все, если честно. Нет вот этого огонька. А так, все вроде нормально. Все. На сегодня все. Спасибо за внимание. До свидания.